Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать волчок. Согни телескоп втрое. Загните уголки. Сделайте еще одну такую же фигуру. Наложите их друг на друга. Сложите по очереди три кончика. Последний угол просуньте внутрь. Фигура готова. Проделайте в середине отверстие и вставьте спичку. Наш волчок готов. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Пока-пока!